Всем привет! На связи Юлия Измайлова, основатель школы YouTube-маркетологов, а также практик по ведению YouTube-каналов под ключ. Сегодня у нас будет аудит YouTube-канала «Сила в мысли». Прошел один месяц работы с каналом. И сейчас мы посмотрим, чего нам удалось добиться за месяц. Итак, начинали мы с 8000 подписчиков. Месяц назад вы можете посмотреть в другом ролике. Здесь было всего лишь 8000 подписчиков. На сегодняшний день, через месяц, 21 271. Это как бы первый показатель. Поменяли шапку, сделали более симпатичную, да. Ну, также оставили, конечно же, акцент на скачивание бесплатного продукта на сайте. Сделали семантическое ядро правильное. Вот описание о канале также сменили. С включением слов из семантического ядра для того, чтобы лучше ранжировался канал. На главную страницу записали другое видео, которое как бы больше характеризует то, о чем рассказывается на данном канале. Плейлисты привели в порядок, сделали их описание. Вот так это сейчас выглядит. Мы сейчас смотрим, так как видят этот канал люди, которые на него не подписаны. То есть с позиции гостя, да, то есть вот таким образом поменяли превью картинки, более читабельные, более красивые, привлекательные, вот, вывели некоторые плейлисты на главную и дали описание им. Далее, ну, если мы посмотрим здесь плейлисты, то как бы выглядят вот так. Что касается самих роликов, да, то есть картинки, ну, если мы возьмем прошлые картинки, допустим, вот они, которые были ранее, и возьмем новые, то, конечно, согласитесь, они более привлекательные для поисковика. Так, теперь, ну, в принципе, это что касается внешнего оформления. Внутренние настройки также все были сделаны. И мы можем, в принципе, перейти в YouTube аналитику и посмотреть показатели с 31 мая по 30, то есть месяц работы по 30 июня. Вот прошел сегодня 2 июля, я как раз записываю этот отчет. Ну, мы видим, что по времени просмотра у нас прям рост, средний просмотр в минутах у нас стабильный, порядка 5 минут. Оценки нравятся, выросли на 314%, 18, 19 почти тысяч, не нравится тоже выросли, но это, соответственно, выросли количество комментариев на 250% по сравнению с предыдущим периодом. Поделились роликами 6480, почти 6500. Поделились, добавили видео в плейлисты почти 11 тысяч. Ну и за месяц у нас подписались на канал 12 126 человек. С учетом того, что на данном канале не давалась платная реклама вообще. То есть все это только за счет интересного контента и за счет правильной оптимизации. Значит, видео топовые, десятка. Также мы видим по одному из направлений канала. Дальше 90% женщин, ну, у нас женская аудитория. В рекомендуемых видео 57%, в разделах YouTube, в которых можно смотреть, это главная страница 25%, из уведомлений 6%. То есть показатели просто шикарные по каналу и страница просмотра YouTube, то есть смотрят именно на YouTube. Вот. Если мы немножечко углубимся, посмотрим, допустим, удержание аудитории, то у нас 54%, это больше половины. То есть шикарное удержание, я бы сказала. Но будем стремиться, ну, некоторые ролики вот по 60-65 набирают. Будем стремиться выше. Так, если мы возьмем источники трафика. Ну, опять же, мы видим, что рекомендуемые 57, раздел YouTube, это мы уже видели, 25. Это главная страница YouTube. То есть основной целевой трафик у нас всегда идет либо из рекомендованных похожих, либо с главной страницы. Ну, еще уведомления 6%. Ну и подписчики, конечно же, у нас, вот мы видим то, что 12 753 подписались, 627 отказались и 12 126 в итоге осталось. То есть за месяц 12 тысяч подписчиков, абсолютно живые, без каких-либо накруток и без платной рекламы, пришло на данный канал. Теперь посмотрим, выдаются ли видео
в поисковиках, сколько просмотров, в принципе, они набирают. Мы сейчас быстренько пробежимся по видеороликам. Итак, возьмем видео. Значит, вот у нас первый ролик вышел 4 июня. Набрал почти 30 тысяч просмотров. Так, это закрытые ролики. Вот видео вышло 11 июня. Почти 200 тысяч просмотров. По исполнению желаний 13 тысяч. По возврату любимого одно из направлений 100 тысяч просмотров. Ну и дальше тоже видим, вот как вернуть любимого на расстоянии 33 тысячи просмотров. Так, теперь зайдем в поисковые системы и возьмем какой-либо из запросов изначальных, например, посмотреть. Ну, понятно, что это видео выходит во все поисковики, потому что и в похожие оно набрало очень много. Ну, посмотрим среднее, допустим. Допустим, вот этот ролик возьмем. Посмотрим, выходит ли он в поисковую систему за счет оптимизации. Так вот, у нас нашлось 49 миллионов результатов. Сейчас проверим по России. На втором месте в Яндексе. Вот ролик «Как благодарить Вселенную за исполнение желания». В Яндексе. Так, это вот наше видео «Сила в мысли». Сейчас оно прогрузится. Теги видеоролика. Вот мы видим, что по запросам «Как благодарить Вселенную за исполнение желаний» на первое место мы выходим в Ютубе. «Как благодарить Вселенную» на шестое место. «Как правильно благодарить Вселенную» на шестое место в Ютубе. Но вот в Яндексе, как вы видите, на второе. Если мы тот же запрос посмотрим в Google. Так. То в видеороликах вот оно на первом месте. Дальше, ну, посмотрим парочку каких-нибудь роликов разных, чтобы уже наверняка. Возьмем вот еще один запрос тоже, как просить у Вселенной исполнения желания. Потому что по отношениям у нас там и так видно по количеству. Ну, здесь тоже 52 миллиона результатов. Вот на первое место выходит видео в Яндексе, в Google. Сейчас также наберем, посмотрим. Так, вот, кстати, «Сила мысли» — это блог, выдается на третьей позиции. Ну вот в Google пока не очень хорошо. А если мы посмотрим на самом YouTube, раз, два, три, четвертое вот место, наше видео. То есть в первую пятерку мы попадаем. Ну, также можно просмотреть и другие. Здесь понятно, что... Сейчас мы посмотрим, кстати, если вот это видео... Это Миша. Что нам показывает VidIQ по поводу... Ну, вот оно так и показывает, да, как просить у Вселенной исполнение желания. Мы нашли ролик на четвертом месте в Ютубе. Ну, по другим запросам, как правильно просить у Вселенной исполнение желания, на втором месте, да. То есть по разным запросам разные места в данной категории мы занимаем. Так, ну, можем, в принципе, еще какое-нибудь видео посмотреть. Ну, давайте вот это как вернуть. Копировать. Поиск. Опять же, «Сила мысли» блок выходит на первую страничку. Так, в Яндексе нет. Вот в Google Видео на первой странице мы сразу выходим.
Вот, посмотрим в самом Ютубе. На первое место. Если мы зайдем в сам видеоролик. Ну вот, как вернуть любимого человека на расстоянии, первое место. Ну и по остальным запросам тоже там первое, восьмое, седьмое, второе и так далее. Вот, соответственно, вот таких результатов мы добились за один месяц работы, без платной рекламы. И это абсолютно все живые подписчики, никаких накруток. Для тех, кому интересно, как получить такие результаты, можете писать мне в личку, ссылка в описании. Отвечу на любые ваши вопросы. С вами была Юлия Измайлова. До встречи в других видео. Пока-пока.